Здравствуйте, с вами Мария и канал греческой кухни. Сегодня я к вам пришла с одним очень вкусным блюдом. Это блюдо называется тыганя. Тыганя – это мясо, которое жарится, тушится на сковороде. Делается из разного мяса, но чаще всего это свинина. Потом уже, как называется, баранина. У нас оно называется тыганя, в островах оно называется еще и цигарья, что то, что цигарижу, это значит жарю. Ну, блюдо очень простое, очень вкусное. Я не знаю, если я не помню, если я уже говорила, что оно как закуска, не как основное блюдо. Но я взяла чугунную сковороду. Ну да, как сковорода это. Если вы заметили, я вообще не добавляла, как называется, масло вообще не добавляла. Просто на хорошо раскаленной сковороде, на чугунной или непригораемой, я бросила туда куски свинины. У меня свинина где-то 1,2 кило. И мешаю. Мясо потом вытащит свою воду, свой сок. Оставляю, чтобы оно варилось почти, если можно так сказать, в своем соку. И потом уже, когда его сок как-то улетучится, пропадет, короче, потом уже добавляю оливковое масло и лук. Мешаю хорошо, как вы уже видите, мясо. Я почему это делаю без масла вначале? Потому что дает к мясу какой-то, как сказать, копченый вкус. Когда я уже добавила и лук, и немножко его оставила, чтобы он потушился, потом я уже добавляю белое вино. Белое вино, когда и вообще вино, когда добавляем, надо, чтобы на большом огне оно сварилось, чтобы улетучилось, как называется, алкоголь. Потом уже оставляем, чтобы варилось на белом вине, чтобы варилось мясо. Еще добавляю 2 чеснока. Не режу их целые, потому что и лук, и чеснок, они вообще пропадут. И потом еще добавляю и апельсиновый сок. Апельсиновый сок, он даст немножко сладость, немножко кислость и хорошо прожарится, скажем так, мясо. Закрываю крышкой, оставляю на маленький огонь, чтобы оно хорошо там протушилось. И когда уже будет готово, снимаю, и можно уже подавать на стол. Вот это такое маленькое видео у меня, как возвращение после долгого отсутствия. А, забыла еще сказать, что да-да, добавляю еще черный перец и орегано. Обязательно в конце орегано, чтобы был еще и запах орегано. Это у меня на сегодня маленькое видео, но зато очень вкусное. Приготовьте, и в следующее видео будет что-то вкусненькое. Это на сегодня. До скорой встречи. Пока!